Shadowlands уже начался уже 3 или 2 дня. Я тут занят был. Даже не мог ни ролик записать. Я весь внимание. Ты говоришь, здесь да, нет. У меня 54 уровень, ну, то есть примерно половинка уровня. Через 11 дней стартует рандовый сезон, ну, не рандовый сезон, а просто сезон Shadowlands 1. Вот, надеюсь, возьму 60 уровень, да, по-любому возьму. Возьму 60 уровень, точно, сильнее. Будут рейды, будут ключи. Своей судьбе. Колосс готов! Я остановился вперед! На бастионе. Даже примерно не могу сказать, сколько еще играть, много или нет. Огонь по готовности! То есть, потому что это для меня новое. Я огонь! В бету не играл. И вот этот вот сюжет совершенно для меня новое. Смотрите и учитесь! Он идет к идеалу! Ну, в целом, то есть, мне нравится, как выглядит локация. Она типа красивая, вот тот же бастион. Озвучка прикольная. В плане сюжета, ну, в принципе, в плане квестов тоже, как и всегда, пойди убей туда. Я весь внимание. Клянусь, копьем к Сандрии. Шмотки хреновые падают, то есть я сейчас бегаю в тех, что у меня были с БФА еще. Я, может, одну или две шмотки только новые одел, а так все с БФА. Сердце Азерот, у меня аж кромас. Так вот, сердце Азерот, оно, по сути, скиллы... Ну, не дает, как я понимаю, больше. То есть у меня просто вот такой значок висит и все. А самих скиллов больше нет азеритовых. Ну и аж кромас. Ой, аж широкомас. Он типа больше не жизнь дает. За идеала. Получается активку. Ну, то есть, ну, типа, это просто плащ 127 уровня получается. Пара новых ключей вот. Чумные каскады у меня, кстати, закрыты. Я, по сути, еще квест не выполнил. Ну, смертельная тризна у меня только открыта. По сути, у нас что? У нас два рейда. Темные зимние, замок Анафрия. Ну, это, по сути, потом откроется. Появилась новая фича, вот такая, со способностями. То есть ключи всякие, проходишь рейды. И у тебя открываются вот такие умения, как я понял. А, ну это руны. Это руны. Но у меня, по сути, это еще не открыто. Это, в принципе, ключи, которые будут. Смертельная тризна. А, ну, по сути, это вот то, что я сейчас прохожу, да? Вот эти вот данжи. Потом это будут ключами. Ну, в принципе, как и в БФА были. Ну, все-таки я танк, это важная роль, то есть надо готовиться. Вот, готовлюсь, тренируюсь. Пушить ключи. По поводу всяких вот этих вот аддонов, всяких программ, это я в прошлом ролике показывал. Там приложение CurseForge вышло, да, отдельное приложение, через него можно все это обновлять, все это делать. Ну, так сказать, в двух словах.